Книжный магазин. В 14 часов комедийный сериал «Каролина в Нью-Йорке». В 14:30 кино, кино, кино. Новости Голливуда. В 15 часов время Че с Ольгой Кучкиной. 15:30 телеигра «Своя игра». В 16:20 премьера на канале НТВ. К годовщине смерти Иннокентия Смоктуновского. Драма «Мечтательница». В 17:20 сериал по выходным «Саванна». В 18:15 новости дня с Натальей Антоновой. 18:30 воскресная программа Николая Фоменко «Русские гвозди». В 19 часов и в 22 часа информационная программа «Сегодня вечером». 19:30 «Маски-шоу. Избранные». 20:05 «Наше новое кино». Владимир Машков, Елена Романова, Алексей Жарков и Евгений Весник в комедии «Аляска, сэр». 22:45 «Мир кино». Роберт Берг и Нэнси Аллен в фантастическом боевике Фреда Деккера «Робот-полицейский 3». И в 0:40 в ночном канале «Playboy Show». На канале «Наше кино». «Волчья яма». Старшего Аксакала уважай, не перечь, обратись за советом, прими помощь. Так заведено от века и так должно быть. Вот и не приступил закон отцов несчастный сирота, так и попал в страшнейший капкан. Не закон виноват, грех на человеке. А юноше из бандитской шайки выбраться труднее, чем из волчьей ямы. На канале НТВ Плюс восходящая звезда Голливуда Джеймс Спейдер в новом фильме Ронана О'Лири «В полосе прибоя». Улица Горького. Это первая Тверская. Кстати, как назвали первую Тверскую, так мы стали говорить улица Горького. Как была улица Горького, так мы стали говорить Тверская. У нас это противоречие всегда есть. Когда у нас какой-то праздник, мы выходим на балкон, мое любимое место. Здесь всегда хорошо. Конечно, надо выйти с хорошим человеком. И надо, чтобы человек ахнул. Я открываю дверь, выйди. И все сразу ха-ха-ха.
сразу, это как, не там, а, ох, это как попадаешь в камнедробилку какую-то. Сразу вот это непрерывное движение, ни перпетум мобили здесь, никогда не останавливается. Вот эта улица. Снимать дольше с видеокамерой Sony Handycam. Технология Stamina. It's a Sony.